Встречайте, Вадим Эвенгрик и группа Эвенгрик Крю. Добрый вечер, дорогие друзья. Долго думал, с музыки или с текста. Очень красивая девушка. Ее зовут Ульяна. Долго думал, опять же, слушал. Долго думал, чей это авторский текст. Ульяны. Ульяны. Я вас заставлю улыбнуться в процессе концерта обязательно. Это одна из двух наших целей. Первое — это чтобы вы улыбались, а второе мы узнаем в процессе концерта. Виталий Эпов, Армен Макритычян, Александр Родовский и специальный гость нашего концерта, мой самый любимый пианист из ныне живущих, Антон Баронин.
Калепов. 26 лет человек. Антон Воронин. Специальный гость нашего концерта, рояль. Вообще у Антона по райдеру еще стоял, причем все поставили, стояли клавиши Yamaha белого цвета. Антону не понравился цвет. И мы убрали эти клавиши, тем более они загораживали полностью, практически Антона они загораживали. В общем, лучше смотрите на Антона, чем на белые клавиши. Антон Воронин. И Александр Родовский, гитара. Армен Петричан, бас-гитара. И в самом центре зала сидит важнейший для вас человек. Это наш друг режиссер Игорь Барташов. Потому что как бы мы ни играли, хорошо или плохо, в зависимости от того, что он будет делать с ручками пульта, это будет либо лучше, либо совсем хорошо. Игорь Барташов. Композицию, которую мы только что сыграли, она называлась «Самба де Вадим». Как следует из названия, автор посвятил ее самому себе. До этого дня у меня был текст такой, мой текст личный. Я всегда говорил, что так как никто ничего никогда не посвящал автору, это был абсолютно такой крик и вынужденная ситуация, когда пришлось посвятить самому себе. Но это до сегодняшнего дня. Спасибо. Нет, я вам расскажу. Дело в том, что еще до того, как я первый раз приехал в Ульяновск с концертом, у меня появился замечательный друг, совершенно невероятной красоты женщина, Алла Неверова, она сегодня в зале. И она из Ульяновска, она была управляющей спортклуба, куда я ходил. И я просто поражался, насколько это красивый и удивительно интеллигентный человек. И когда я был уверен, что она одна такая в Ульяновске. Когда первый раз приехал, я понял, что, конечно, она одна, но в Ульяновске тоже очень много красивых, интеллигентных людей. И тогда вот у меня... Вот. А сегодня пришла Алла, обещала мне подарить свою книгу и даже сказала, что один из персонажей немножко похож на меня. И теперь я уже не могу так шутить, что автор посвятил самому себе, потому что никто больше никогда ему ничего не посвящал. Я не вижу, к сожалению, здесь сидит Алла, но она все вижу. Ой, все, да, Евгений тоже, это ее супруг. А, нет, это Алла. А Евгений где? А, я понял. Видите, зрение подводит. А Евгений в Москве. Нормально для семейной жизни, насколько я знаю. Неважно. Следующая композиция называется 2-2. Ту-ту. Я ее тоже написал сам. И посвятил ее Майлзу Дэвису. То есть, ну, я посвятил себе и Майлзу. Две композиции. Кто это? Да, да. У меня, кстати, на альбоме еще есть композиция, которую посвятил Игорю Бутману, своим детям. И мне как-то звонит Игорь и говорит, ну, я понимаю детям, я понимаю себе, я понимаю мне, а Майлз-то тут при чем? Но было поздно, альбом уже вышел. Ту-ту. We'll be right back.
Thank you.
Спасибо. Антон Доронин, рояль. Александр Радовский, гитара. Армен Макричан, бас-гитара. Виталий Эпов, барабаны. Игорь Барташов, режиссура. Спасибо. Сейчас мы сыграем композицию, которая называется «Пирс 39». Это название нашего последнего альбома. И мне безумно приятно, что в этом году «Радио Джаз» номинировало этот альбом на релиз года. Я уж не знаю, выиграем мы или нет, но это все равно очень, очень приятно и очень волнительно. Надеюсь, дадут. И это музыка совершенно невероятного казахского композитора Эркеша Шакеева. Мы с ним познакомились в пандемию. Кстати, этот альбом мы привезли, он сегодня продается по специальной цене. И «Пирс 39» — это заглавная композиция с этого альбома, она очень личная для Эркеша. «Пирс 39» — это пирс в Сан-Франциско, с которого, ну, такое туристическое место, очень красивое, с которого виден Алькатрас, ну, тюрьма знаменитая. Я там был, ну, на пирсе. Нет, можно там сейчас она не действующая, можно сесть на паром и посмотреть тюрьму изнутри. Я не поплыл. Решил, не надо. Вот. «Пирс 39», Эркеш Шакеев, альбом номинированный. Исполняется, не знаю, впервые, наверное. Спасибо. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Антон Боронин, соло на рояле. Александр Рандовский, соло на гитаре. В этом концерте мы будем играть либо авторские произведения, либо произведения, которые были написаны специально для нас. И сейчас мы сыграем композицию, которая специально для нас в 1950 или 70 каком-то году написала Александра Николаевна Пахмутова. Она называется «Нежность». И я никогда не обманываю, потому что, ну, я давно понял, что, во-первых, я не умею это, вообще не умею это делать. Меня всегда ловят. Хотя просто то, что я забываю, если что-то сказал, мне вообще память не очень. Поэтому всегда говорю правду, и в этот раз тоже. Потому что когда Александре Николаевне было 90 лет, и нас пригласили играть в Дом приемов Министерства иностранных дел, и нас попросили сыграть что-то из Пахмутовой. И мы очень переживали, как раз был Антон Боронин. Вот мы очень переживали, потому что мы чуть-чуть улучшили ее композицию. А композиторы не всегда любят, когда улучшают их музыку. И мы сыграли. Александра Николаевна оказалась безумно какой-то открытый и современный человек. Ей очень понравилось. И она выскочила прямо на сцену, села рядом с Антоном. Благо, она такая очень миниатюрная. Спасибо. Я искал как раз нужное слово. Саня буквально, Саша, простите, Радовский, буквально воспринял мои слова про плохую память. Поэтому решил мне подсказать слово «миниатюрный». Вот. И она выскочила прямо на сцену, она села рядом с Антоном, они стали играть в четыре руки, а еще в конце она стала кричать: «Давайте добавим драмы!» И мы добавили драмы. Потом был банкет, мне было безумно приятно, Александра Николаевна всех бросила, там были, ну, не первое лицо, но первые лица государства были. И она подошла ко мне, мы с ней очень долго разговаривали, потом она сказала: «Вы играли «Нежность» так, как будто бы я написал ее специально для вас». Из этой цитаты я убрал первую часть. И, в общем, осталось, я написал ее специально для вас. «Нежность». Thank you.
блестящее, невероятное соло на рояле. Антон Баронин, специальный гость нашего концерта. Заявлен как в одно отделение, нас предупредили, что оно должно быть одно, но мы решили сыграть два маленьких. Мы еще долго шутили, одно большое, что лучше два маленьких, а потом мы вспомнили, что в цыганской песне «Эх, раз, еще раз» есть еще такие слова: лучше 40 раз по разу, чем один раз 40 раз. Поэтому мы приняли народную мудрость, у нас будет два небольших отделения. В любом случае, и вы от нас отдохнете, и мы от собственной музыки тоже отдохнем. Можно сделать массу всего полезного, обсудить то, что вы услышали, подержать в руках наши тиски, они красивые. И в заключении первого отделения мы сыграем композицию, которую я посвятил своему сыну. Она называется «Прогулка Илая». Когда я написал эту композицию, Илай еще гулял исключительно в коляске, но потенциал чувствовался. И вот родилась такая композиция «Прогулка Илая». Исполняется с большим количеством электронных звуков, за что особое спасибо Игорю Бардашову.
Виталий Эпов, Александр Радовский, Вадим Элендрик, Антон Баронин, Игорь Барташов. Большое спасибо. У нас небольшой перерыв. Спасибо. Мы сейчас играем еще одну композицию Иркеша Шакеева. Вообще Иркеш писал очень много музыки для группы А-студио. И самые хиты «Солдат любви», «Нелюбимая». И вот когда мы записали с ним уже альбом, мы решили сделать бонус-трек, такой, вот эту песню «Нелюбимая», сделать инструментальную версию. Это было очень непросто на это решиться, потому что хорошую музыку, ее очень легко испортить. С плохой музыкой, в принципе, можно делать все, что угодно, и ну, намного хуже не станет. И вот мы очень переживали, как Иркеш воспримет то, что мы сделали. Но ему очень понравилось, и она вошла на новый альбом под названием «Oblivion». Это наставил Иркеш, она так и называется, «Oblivion». Инструментальная версия. Конечно, это та самая нелюбимая. Thank you.
Антон Баранин, рояль. Александр Родовский, гитара. Сейчас мы сыграем композицию, которая называется «Илашкин блюз». Илашка — это Илай, это мой сын. Я часто на концертах шучу, что у каждого ребенка должен быть обязательно свой блюз. Если вы не можете это написать, обращайтесь, мы всегда договоримся. Но альбому уже 2 года, новый блюз так и не появился. То ли мне не очень верят, то ли не очень хотят. Илашкин блюз исполняется в си бемоль мажоре. Это очень радостно. We'll be right back.
Антон Воронин, Александр Радовский, Армен Гратычан, Виталий Эпов. И когда все хорошо, забываешь объявить нашего звукорежиссера, как только чего-то происходит на сцене не так, сразу помнишь. Он напоминает, он что-то убирает. Игорь Бардашов. Теперь все хорошо, Игорь, спасибо. Извини, что я не объявил тебя в предыдущей композиции. Не повторю больше этой ошибки. Спасибо. В юности, или может быть даже раньше, мой папа, он сам саксофонист, и он мне говорил, что музыкант должен играть так, как будто он объясняется в любви единственной женщине. И надо сказать, что я сразу понял, что он имеет в виду. Много раз это делал, каждый раз думая, что это та самая женщина, абсолютно искренне, кстати, абсолютно искренне. Бывает еще как. Даже в нашем спортзале я дважды думал, что объясняюсь любви единственной женщине. И в какой-то момент это все происходило до того момента, пока в моей жизни правда не появилась единственная женщина. Это моя дочь, Лея. И вообще колоссальный человек. Я уехал на гастроли, и она на меня смотрит, ей 3 года. И она говорит: папа, я буду по тебе скучать. И прям у нее глаза такие стали, как в мультике, круглые такие, в них слезы. Я сам заплакал. И она говорит: пап, почему ты такой? Я говорю: ну, мне очень грустно. Она подумала, говорит: я не буду по тебе скучать, чтобы тебе не было грустно. Да, кстати, а еще как-то она сидела в большой компании за столом и с гордостью сказала присутствующим гостям, которые до этого хвастались там, кто чем мог, сказала: а мне папа колыбельную написал. В общем, настоящая женщина, колыбельная Лея. Thank you.
спасибо. Антон Баронин, слово вам. В заключение нашего концерта мы сыграем еще одну композицию с нового альбома. Она называется... Точно, она называется «Бразильский блюз». А, вообще, Эркеш, он присылал нам какие-то записи, которые он наигрывал под гитару. Это действительно изначально был какой-то такой бразильский блюз. Потом мы пригласили, на альбоме записан кубинский музыкант, он перестал быть бразильским. Мы чуть-чуть там что-то поменяли по форме, он перестал быть блюзом. Получилось очень хорошо. На записи. Я не знаю, как сейчас получится. Это же всегда непонятно. Вот. А на записи получилось очень хорошо. Единственное, что название оставили — бразильский блюз. Хотя, конечно, это не бразильский, не блюз. Вот. Большое спасибо всем вам, что вы пришли, потому что... Просто потому что мы друг другу очень нужны. Потому что мы друг другу очень нужны. Спасибо. Виталий Эпов, Армен Кирпичан, Александр Радовский, Вадим Ленкрик, Антон Баронин, Игорь Бардашев. За кулисами я узнал радостную новость. Я просто, оказывается, это, ну, для многих это была уже не новость, а для меня новость, потому что я не интересуюсь своими гастролями, ну, в каком-то обозримом будущем. И вдруг я узнал, что следующий концерт наш в Ульяновске будет в марте. Мы вас приглашаем, и мы обязательно подумаем, что мы можем сделать особенное, что мы можем привести особенное. Ну, помимо того, что каждый раз мы стараемся играть лучше. В этот раз мы привезли особенного Антона Баронина. В следующий раз тоже кого-то. Большое спасибо. Бразильский блюз.
Виталий Эпов, Армен Макритычан, Александр Родовский, Вадим Ленгрик, Антон Воронин, Игорь Бардашов. Еще коротенькую одну композицию. Я знаю, что если зал арендован, аренда уже закончилась. Ну, короткую сыграем, очень короткую. Короткую композицию. Это единственная, так как это бис, это единственная композиция, скажу, действительно, это единственная композиция, которую они не написали специально для нас. Но мне безумно повезло. У меня есть две любимые мелодии, которые написали. Это «Нежность» Пахмутовой и, конечно, «Свой среди чужих» Эдуарда Артемьева. И мне очень повезло, я играл «Нежность» с Пахмутовой, и я играл «Свой среди чужих» с Эдуардом Николаевичем на новой волне. Ну, это так называется, не в смысле на новой волне, а мы были. Ну, мы были тоже, понятно, на волне. Но это была новая волна, Игоря Крутого, мы играли, до этого репетировали, я жутко переживал, потому что... Вообще, это слово «жутко переживал» я уже третий раз говорю за концерт, такое ощущение, что я все время рефлексирую. Ну, наверное, не переживать, но нет, но... Вот, и я очень... Я думал, что Эдуард Николаевич, будучи уже очень взрослым человеком, он скажет, ну вот в наше время были трубачи, не то, что сейчас. А он наоборот мне, кстати, рассказал историю, что долгое время не мог найти солиста для вот этой композиции. Потом мы сыграли ее вместе, потом я подарил ему свой альбом, где она записана. И он мне написал какое-то совершенно невероятное, просто невероятное по своей трогательности письмо, которое я из скромности не цитирую никогда. Хотя Юрий Саульский, еще один невероятный композитор, с которым я был знаком, его фраза, что скромность – ближайший путь к неизвестности. А так как все, чем мы занимаемся, это боремся все время с неизвестностью, в общем, неважно. Мы сыграем короткую версию, потому что мы очень ценим организаторов. Большое им спасибо. Приходите в марте, поддержите нас всех. Thank you.
спасибо. До встречи в марте. Спасибо. Любимая шутка своя. Я вообще очень люблю свои шутки. О том, что мой самый любимый спортсмен – это чемпион мира по боксу, бывший Майк Тайсон, который совершил в своей жизни всего одну ошибку. Он вовремя не ушел. Мы это учли и не повторим. Большое спасибо.